Более 400 спортсменов из Центрального федерального округа съехались в Люберцы, чтобы пройти отбор в сборную Подмосковья. Открытый чемпионат Московской области по карате Сётокан прошел во Дворце спорта «Триумф». С победителями знакомилась Анна Троян. Мастер спорта России, двукратный чемпион Европы. Люберчанин Леонид Баранников и на этих соревнованиях одержал победу. Девиз воспитанника спортивной школы – быть завтра лучше, чем сегодня. Плюс постоянные тренировки помогают юноше не останавливаться на достигнутом. Было очень сложно, потому что нельзя сказать, что соревнования бывают легкие. Очень приятно, очень почетно, очень ответственно, потому что форму надо поддерживать такую, чтобы оставаться чемпионом всегда. Из всей группы был самым младшим и самым слабым. И хотел всем доказать, что я чего-то стою. Вот, собственно, из всей группы остался на плаву один я, и таких результатов добился только я. Сётокан – родоначальник карате. Отличается особой техникой ударов. В Люберецком округе последователей древнейшего единоборства много. Из тысячи спортсменов на открытом первенстве Подмосковья выступили 90 каратистов. Всего на чемпионат съехались 400 спортсменов из столичного региона и центральной России. Все они мечтают попасть в региональную сборную, чтобы выступить на первенстве страны. Эти соревнования являются отборочными для формирования сборной команды Московской области для участия в Центральном федеральном округе, а дальше и в чемпионатах и первенствах России. Здесь идет формирование сборных команд, и нам очень вдвойне приятно, что это проходит на Люберецкой земле. Это очень важно для нас, потому что люберецкие спортсмены, если будут выступать дома, конечно, результат должен быть лучше. На татами вышли все возрастные категории. Чтобы дойти до финала, участникам открытых соревнований предстояло по круговой системе несколько раз показать свои способности в поединках. По итогам соревнований сильнейшим каратистам присвоили спортивные разряды. Победителям вручили кубки и медали чемпионата. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.